Привет всем любителям ножей качественных аксессуаров. Сегодня у нас на обзоре вот такой вот нож от топ-нож производства, выполненный на базе финского клинка от мастера Хеймо Розелли из серии Грандфаза или Дедушка. Такой нож Скиннер, выполнен он из более как бы бюджетной стали. Это углеродка простая, круповская, называется сталь W75. Непосредственно мастер берет ее в финской металлургической компании, ну а те, в свою очередь, ну, которые проводят термичку. Ну а соответственно, финские металлурги покупают ее в Германии на заводе Круп. Она имеет меньшую твердость в районе 62 единиц, а вообще у нее диапазон закалки от 52 до 63, ой, 59-63, такая закалка. Рукоятка выполнена из карельской березы с нашей полимеризацией, то есть она не боится ни тепла, ни холода, ни каких-то влажных условий, ни дождя, не разбухает, не намокает, полностью вся обработанная рукоятка. Вот такой она имеет приятный цвет. Также здесь титановая булстер, красная проставка. Характеристики ножа. Лезвие 75 мм, обух 3,2. Общая длина порядка 20 см. Вес около 100 грамм. Вот такой вот нож. Так он выглядит. Прекрасно сидит в руке для работы. Можно им работать для тонкой, более точной работы с полным контролем лезвия. Можно молоточным хватом. Таким разнообразные хваты. Ручка очень приятная, ухватистая. Такой она имеет срез на затылке. И попробуем, как она режет. Тонкая бумажка. Это товарный чек. Копировальный. Что такое сейчас? Это заводская заточка непосредственно от Хеймо Розелли. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите отзывы. Всего доброго и до свидания.